Всем привет, дорогие друзья, это Сова. И у нас с вами Mars Tactical Base Defense. Это игруха в жанре Tower Defense, соответственно. Будем строить какие-то башни, чтобы не прошли какие-то зомби. Очевидно, я не знаю, кто это такие. Есть только один способ это выяснить. Это нажать компания и новая игра. Так, название будет... Нет, не такое. Название будет кофе. Овл. Так, начать игру. Меню очень красивое. Так, подождите. Инициализация протокола безопасности. Доступ разрешен. Приветствую, коммодор. Сейчас вам вкратце будет предоставлена информация по вашему заданию под грифом «Совершенно секретно». Колонизационный корпус МКС «Аврора» выполняет неимоверно важную задачу по развертыванию первого земного поселения на Марсе. Это поселение – венец технологического развития нашей цивилизации. И от успеха весь и зависит судьба всего мира. В разгаре работ разведывательные роверы столкнулись с неизвестной угрозой. Согласно протоколам безопасности, все работы по развертыванию поселения были остановлены. На поверхность была направлена группа специалистов, которые обнаружили целый ряд построек. Образцы материалов указывают на земное происхождение. Более точный анализ датирует стройматериал 60-ми годами прошлого века. А произведения они были в Советском Союзе. Кроме этого, в зоне риска были обнаружены неопознанные объекты. Судя по всему, технические конструкции, могущие содержать, могущие жизненно важную информацию для их изучения вашей команде, передана доктор Александра. Тщательно проанализировав разведданные, мы подготовили план операции, захватывающий из 20 секторов. Ваша основная задача — уничтожить любые угрозы на каждом из участков. Дополнительно вам надлежит установить происхождение угроз, чтобы исключить их появление в будущем. По прибытии на МКС «Аврора» направляйтесь на посадочную модульную «Откровение». Ваша команда будет ждать его на борту. Капитан Эдгар Робин поможет вам с навигацией. Командор, от имени экипажа «Авроры» мы желаем вам, вашей команде, успешного выполнения задачи. Мы на вас рассчитываем. Короче, Советский Союз уже был в 60-х годах на Марсе. Они построили там колонию, но потом, видимо, превратились в зомби, судя по всему. Так, ну хорошо. Что, миссия 1? Задание 1, пограничная зона. Что такое то, что надо? А, это этот самый, я понял. Ну, мы будем на среднем играть, потому что, как бы... На самом сложном не будем. А это что такое? Без перка. Минус 5% стоимости ремонта. А как это сделать? А, ладно, жопу. Короче, играть. Калибровка. Командор, мы в 5 минутах от цели. Я опущу модуль рядом с границей земной зоны. Так будет хоть немного безопаснее. Откуда мы знаем, что там такое? А вдруг оно там еще и не одно? В любой другой ситуации я бы действовал максимально осторожно. Сейчас на счету каждая секунда. Если они нашли мелкий ровер, то и нас доползут. Моргнуть не успеем. Спокойнее, Веня, спокойнее. Капитан, вы разговариваете с кораблем? Собеседник получше некоторых. Добро пожаловать в систему навигации, командор. Для перемещения по экрану удерживайте правую кнопку мыши и перемещайте курсор. Так, ну хорошо. Чтобы вращать экран, удерживайте среднюю кнопку мыши и перемещайте курсор. Допустим. Чтобы сбросить обзор, нажмите V. Хорошо. Разместите три генератора. Генераторы? Командор, в модуле есть три генератора. Разместите их снаружи, так мы поднимем энергосеть, которую можем подцепить наши постройки. Инженеры догадались ставить генераторы под землей, так что их нельзя атаковать или повредить. Всегда размещайте их в стратегически важных точках. А какие у меня стратегически нужные точки? Так, разместить три генератора. Где их взять? Так, генератор. Угу, типа здесь.
Так, здесь и здесь. Как мне понять, какие точки стратегически важные? Ну ладно. Постройте экстрактор. Теперь пора разместить экстрактор на месторождение кристаллов, он будет добывать стройматериал. Выберите генератор, затем щелкните на кнопки экстрактора. Главное, чтобы месторождение находилось в радиусе действия генератора. Так, понятно. Короче, это типа ресурсы, я так понимаю. Так, экстрактор. Постройте пулемет. Так. Хорошо. Отправьте бойцов постройки. Бойцов? Так, каждое, короче, каждое здание должно содержать кого-то там, да? Зачем щелкать на пулеметном гнезде и экстракторе, чтобы отправить туда людей? Так, вот это люди, да? Так, отправить. Отправить сюда и сюда. Хорошо, отправили. Так, а здесь я могу что-нибудь построить? Пока не могу. Судя по сигналам севера и на юг, на нас ползут небольшие стаи этих существ. Пора наладить оборону, иначе нас задавят. И еще важнее, нам нужно изучить этот монолит. Дождитесь паузы между волнами атакующих и отправьте одного из членов экипажа к монолиту. Ну, так он неспешно ползет, я хочу сказать. Так, и оттуда еще ползет, да? То есть мне нужно, по идее, поставить еще одну тюрель. Одну тюрель здесь, одну тюрель тут. И, наверное, в эту тюрель запихнуть людёв. Так, а как мне изучить? Давайте изучать сразу, что мне, в принципе, ждать-то тут. В общем-то, не страшно. Насколько я могу судить? Добывает ресурсы из месторождений. Так, а я не могу, да, построить больше? Потому что энергии нет или что? Ходок! И здесь ходаки, короче. Ну, допустим. Что-то у меня подгрызают мою тюрельку-то. Так, наверное, задумано, да? Так, теперь они идут отсюда. Угу. Лазарет позволяет лечить раненых членов экипажа. Обеспечит другие постройки энергии. Так, это что такое? Щит. Заряжает посадочный модуль от вражеских атак. Угу. Генератор. Я не могу больше строить. Чего не могу больше строить, непонятно. Ну ладно, не могу и не могу. А, нет, вот теперь могу строить пулемет. Так, а откуда их больше придет, интересно? Так, наверное, вот здесь вот имеет смысл построить вторую тюрель. Я так думаю. Так, ну-ка давайте, ребята, идите сюда. А то там что-то нас многовато нападает на нас. Так, моя основная задача изучать вот эту фигню, да, так понимаю? Так, генераторов может максимум 3, экипаж максимум 5. Для того, чтобы построить еще одну тюрель, мне надо, чтобы вот этот вот чувак изучил вот эту штуку. А это что такое? Волна. А, это сколько волн? Так, а это у нас скорость. Так, скорость давайте побыстрее поставим. Так, расформируйте северный фронт. Командир, присутствие противника на северном направлении погас. Так, больше ничего не будет, да, продать. Что надо продать? Продать, хорошо. Так, продать, продать. Расформировали северный фронт. Так, верните мне, наверное, назад тогда вот эту штуку. Так, теперь мы должны, значит, сформировать вот здесь вот, да? Так, давайте, пум и пум. Грызут, грызут, вы видели? Они грызут меня, грызут, твари. Так, ну-ка давайте, отбивайтесь. Я могу еще одну тюрель построить? А, не могу, да? И вот эту штуку, наверное, не могу переместить, переместить могу. Так, а могу просто взять и атаковать зомбю? Ну-ка, давай, застрели его. Красава! Так, все, иди назад.
Иди назад, говорю, иди. На, все, победа. Ну что ж, на плацдарме мы закрепились, впереди нас ждет еще много веселья, но первый шаг сделан. Врать не буду, пульс у меня до сих пор зашкаливает. Одно дело читать отчеты, но увидеть их живую? Что, мать твою, случилось с этими людьми? Выполним нашу работу, капитан, и узнаем. Без потерь в экипаже, без потерь в постройках. Ууу, какой я классный, так. Ну, пойдем дальше тогда. В таком случае. Так, миссия 2. То, что надо так, модульно, ля-ля-ля-ля-ля, играть. Короче, ладно. Что такое позиционирование? Мы приближаемся ко второй точке. Я посажу модуль возле кратеров, так мы сможем разделить твари на два потока. Инженеры только что закончили одно славное улучшение, думаю, с ее помощью мы всех победим. Так, 4 волны, ресурсы одни, стройматериал 760, генераторов может быть 2, членов экипажа 5. Хорошо. Так, а на какие два потока мы разъединим? Ага, так, одни отсюда идут, другие оттуда идут, хорошо. Так, стоять. Мне нужно изучить несколько таких монолитов. Если мы выясним хоть что-то определенное, раз нам нужны ответы, придется найти время на прогулку к монолиту. Но без фанатизма ведь, правда? А, мы одно и то же задание выполняем. Вот это диалоги. Диалоги просто на грани фантастики. Так, ладно. Мне нужно построить генератор. Я думаю, что мы как-то вот так вот сделаем. Так, один генератор здесь. Второй генератор я почему-то построить не могу. А, ресурсов, наверное, нет. Ну ладно, нет ресурсов, так нет ресурсов. Так, построить, что там надо построить-то? Так, как мне построить эту хрень-то? Вот эту. Я что-то забыл, как мне построить. Так, во-первых, надо отправить одного чувака. Вот этого, вот сюда. Так, во-вторых, мне надо построить, так, не генератор, а вот, да, вот здесь вот. Так, экстрактор. Они все прут и прут, командор, так. Если мы улучшим экстрактор, сможем собрать ресурсы. Так, хорошо. Так, я, пожалуй, для начала запихну вот такого товарища, потому что они все прут и прут. Так, как его улучшить? Так, вот так вот. Хорошо, улучшим экстрактор. Так, улучшите пулемет. Ух ты, так, сейчас мы сначала, во-первых, запихнем два пулемета, а потом будем улучшать пулемет. У нас, кстати говоря, нет на него денег теперь, да? Ну, нет и нет. Ладно, сейчас будут скоро. Два пулемета все равно хорошо. Так, а мне, наверное, надо будет еще один генератор построить с другой стороны. А, не могу пока. Это, кстати, очень плохо, что я не могу, потому что мне сейчас с другой стороны пойдут ребятки. А, я не могу слишком близко, они не могут пересекаться. Понятно. То есть я мог его все-таки построить. Не хватает денег, что ли? Это плохо. Плохо, что мне не хватает денег. 69 только есть. Так, сейчас на меня пойдут ребятки, а мне нечем будет их убивать. Так, значит, видимо, вот это вот придется потратить. Вернее, продать. Давайте продадим. Так, у нас не хватает ресурсов, что... Так, отправь членов экипажа на поле боя как есть. Они могут защитить нас. Ну, почему плохо? Я не хочу с членами экипажа воевать. Мне хочется их защитить. Как-то не знаю даже. Так, отлично. Это мы изучили. Все прекрасно. Так, ползуны к нам ползут. Этих мы можем грейдить, но пока не будем. А, блин, эта херня же не работает, точно. Я ж ее не запустил. Идиот. Тут, там же должны работать людишки. Так, давайте мне ресурсов быстрей.
Так, они пропадут? Нет, они вроде как пока меня не атакуют. Ладно. Я не хочу бойцам приказывать атаковать противника. Я без этого справляюсь. Хотя, хер его знает, может, сейчас уже не буду. Так, давайте улучшим. О, другое дело. Не обязательно надо приказать? Ну, давайте прикажу. Вот, приказал. А куда ты побежал-то? Блин, как что-то вы какой-то херней, ребят, занимаетесь? Ну, ладно. Приказал, приказал. Так, теперь отсюда, да? Теперь здесь улучшаем. Вы видели этих? Вы видели в скафандрах? Так, у меня есть... Так, мне, наверное... А, мне просто их, наверное, переместить сюда, что ли, нужно? Ну, давайте переместим. Они сами будут атаковать? Наверное, сами. Так, мы, короче, будем прикрывать типа тюрели. Так, не лишним было бы, конечно, построить еще одну тюрель. Так, иди давай в тюрельку. А ты, не знаю, отходи немножко отсюда, что ли. Подождите, я туда запихнул человека. Что не так-то? Опс! У меня тут констрактор раздолбали. Ну, зато уровень получил. Первый спецотряд. Так, все, 4 из 4, я все сделал. А, нет, я ничего не сделал еще. Так, последняя волна осталась, да? То есть это можно, в принципе, смело продать, получается. И вот это можно смело продать. Так, иди сюда. Так, теперь здесь мы должны построить, соответственно, таких вот две штуки. Так, отправим их. Так, сюда и сюда. Так, это мы можем улучшить смело. А вот это уже не можем. Ой-о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 й. Они добивают же, да? Да, добивают. Так, сейчас мы раздолбают пушку у меня сейчас. Интересно, это страшно, если у меня раздолбают пушку? Бежи, беги, беги! Сейчас тебя убьют! Мать твою! Что-то как-то все не так просто, как я думал. Блин, там еще сейчас придут. Вот дерьмо. Нихера себе. Так. Ладно, игра не так проста, как я думал. У второй миссии меня уже немножечко того. Так, значит, сейчас мы будем все делать по-другому. Раз такое дело, сейчас все будем делать иначе. Так, во-первых, иди сразу изучай это дерьмо. Так, во-вторых, дайте мне построить мне энергосеть. Так, мы сейчас построим энергосеть где-то вот здесь. Так, и вторую энергосеть мы построим вот здесь. Так, потом здесь мы, соответственно, построим сейчас экстрактор. И главное в этот экстрактор сразу запихнуть людей. А не как я в прошлый раз сделал. Так, запускаем сюда людей. Так, экстрактор сразу увеличиваем. Теперь здесь. Так, хорошо. Bigger guns, так bigger guns. Так, теперь мы, соответственно, можем запихнуть людей сюда. Так, давайте, пум-пум. Давайте только побыстрее, ребята, идите. Будьте так добры, ускорьтесь немножко. Так, сейчас у меня будет, короче, ресурсы. Да, пока вот эта вот херня работает, ресурсы у меня будут. По идее, с одной пушкой мы должны там будем отбиться. А здесь мы, соответственно, будем отбиваться, улучшая вот эту вот фигню. Стоит она соточку. Ой, надеюсь, что мне хватит ресурсов на все. Так, и еще соточку. Короче, две пушки по соточке. Две пушки по соточке должны очень неплохо отработать. Теперь через некоторое время, сейчас эта волна закончится, пойдет, да, волна отсюда. С этими, конечно, непонятно, что делать. Так, сколько она стоит? Она стоит 200. Блин, 200 у меня нет.
200 у меня нет, дед, приманить их не надо, спасибо не стоит. Хотя, по идее, я сейчас успею, наверное, даже построить. Да, наверное, сейчас привезет мне как раз ресурсов, и одну пушку как минимум я построю. Их атаковать они не могут, эти зомби. Так, ну раз они не могут атаковать их, значит, я спокойно, этот час у нас закончит, ему ничего угрожать не будет, значит, я спокойно могу сделать вот так. Так, отлично. Новый противник ползун. У нас не хватает ресурсов, чтобы позволить здание быстро. Так, понятно, понятно. Да не, у нас, в принципе, хватает. Да-да-да. Так, все, нормально. Прикажите бойцам атаковать противника. Я не буду. Мне и так хорошо. Вообще, я так понимаю, что если бы не экстрактор, эффективнее было просто построить башню вокруг, да и все. Нет, бойцов, господи, надо немножечко, конечно, спасать наших. Так, сейчас еще оттуда попрут. Справятся две пушки с одной стороны, две пушки с другой. По идее, должны. По идее, должны справиться. Так. Ну, переместим ее куда-нибудь сюда. Так, и запихнем туда товарища. Так, теперь надо ее засоточку загрейдить, чтобы она была классная. О! Ну и нормально. Две волны здесь, две волны там. В смысле, две пушки вы видели? Этих, в скафандрах. Много ли пользы они нам принесли? Господи, о чем вы говорите, я не понимаю. Так, ну я больше... Нет, я могу еще одну построить. Одну еще я могу построить, но, наверное, не здесь, да, здесь максимум. Здесь могу еще одну построить. Так, ладно, если вот эти вот две здесь отобьются, уже будет неплохо. А, в принципе, хрен ли я. Ну, построю я, у меня людей все равно больше нет. У меня людей-то ограниченное количество. Не, ну, в принципе, нормально так. Жалко, что вот эта штука не может его задавить. Это было бы нормально. База атакована, пофигу. Так, все. Отсюда больше не придет никто, да? Правильно я понимаю? Так, отсюда больше никто не придет. Так, а переместить его нельзя? Отправить, ремонтировать. Еще улучшить можно. Так, раз отсюда больше никто не придет, значит, мне, по идее, вот эти штуки можно продать. Так, вместо этого я могу вот здесь вот соорудить еще одну тюрель. Так, одну тюрель. В эту тюрель я могу запихнуть человека. А это я могу еще улучшить. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Ща мы тут нахреначим. Так, давайте еще улучшаем. Это последнее улучшение? Да, это максимальное. Так, и здесь я могу построить еще одну тюрель вот здесь. Правда, непонятно, зачем мне это надо, но допустим. Ее тоже мы улучшим. И... А, да, у нее улучшается зона. Ну, нормально. Раз у нее улучшается зона, значит, она у нас будет перекрывать немножко здесь. Тра-та-та-та-та. Все. Победа! Победа! Думаю, мы их немного выкосили, но все равно. Мы готовились к этому несколько месяцев, но я до сих пор глазам своим не верю. Здесь явно случилось что-то ужасное. Если честно, я не уверен, как нам поступить. Докапываться до истины, развернуться, улететь. Думаю, мы их немного повыкосили, но все равно... Что, подождите, еще раз? Короче говоря, он решил повторяться. Так, стойкость бодли 99%. Я не прошел я какую-то миссию. Так, надо, короче, быть внимательными. Здесь даже на второй миссии могут уже быть проблемы. Так, миссия 3. Всего их, я так понимаю, 20. Какие-то перки можно применить. Как новенькие. Минус 50% стоимости ремонта. Видимо, нельзя. Ой, ладно, поехали. Четыре волны. Эта операция будет не из легких. Поверхность здесь крайне стабильна. Самая безопасная точка, куда я могу посадить, прямо посередине и распространяется с четырех сторон. По данным спутниковой разведки, эту позицию сошли безопасной. Безопаснее чего?
Так, 4 волны. То есть у меня должно быть 4 экстрактора, соответственно, я так понимаю. Commander, there's been contact from HQ. They said that at your request, the ISS Aurora. Так, командир, пришла точка и штаб. Говорят, теперь по вашему запросу Аврора могут прислать подкрепление, с учетом того, как много тут у нас гостей, новые люди нам понадобятся. Request reinforcement. Так, как его запросить? Так, запрошу поддержку. Так, хорошо, запросили. Ну, в любом случае, первое, что надо сделать, это построить генератор. Это в любом случае. Так, и в любом случае... Опа, в любом случае на генератор надо построить экстрактор. Так, хорошо, ладно, в экстрактор нам все равно надо запихнуть людей. Его надо сразу улучшить. Нам нужен сразу еще одна точка нужна вот здесь. Главное, чтобы вот этого чувака у нас не подрезали. Так. Да, не хотелось бы, чтобы его подрезали, конечно. Но я думаю, что он должен успеть, по идее. Так, построим пока здесь одну турель. Для начала. И запихнем... А, вот и гости. Так, запихнем в эту одну турель. Бойца. Блин, здесь еще... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, но здесь у нас ничего интересного нет, поэтому мы следующую электростанцию можем строить здесь. А, нет, здесь мы ее строить не можем. Мы тогда ничего другого не сможем сделать вблизи. Так, возможно, это даже плохо закончится. Ну ладно, может быть, все будет нормально, сейчас узнаем. Так, для начала мы должны запихнуть сюда вот этого товарища и вот эту пушку улучшить. Так, потом на этом же реакторе мы можем сделать еще пушку вот сюда. Она будет тогда на две стороны у нас стрелять. И на вот эту, и на вот эту. Так, только у меня больше нет людей. Поэтому пушку-то я сделал, а толку от этого нет. Так что надо вот эту вот улучшать. Вот эту надо улучшать еще, короче говоря, пока только так. Пока люди не придут, это единственное, что мы можем из оперативного сделать. Так, вот эту штуку мы тоже должны улучшать. Пока он не улучшит вот этот артефакт. Так, отлично. Теперь давай, куда мы сможем поставить вот эти блоки. Блин, они не должны пересекаться друг с другом вообще никак. Так, тогда это не очень хорошо. Конечно, то, что я сделал. Ну ладно, поскольку атаковать их не могут, то вот такая вот история будет нормальная. Так, отлично. Вот эту штуку... А, их улучшать, кстати, можно. Понятно. Так, вот эту штуку надо продать. И построить вот здесь вот тюрель поближе чуть-чуть. А, я могу одну тюрель строить на любой, что ли, штуке? Вон она что. Так, понятно. Так, значит, у нас сейчас пойдут отсюда. Мне имеет смысл построить тюрельки вот здесь. Так. И улучшить сразу эту тюрельку. И запихнуть сразу туда человеков. Поскольку это у нас очень важная вещь, мы тут, наверное, тюрелек построим сразу несколько. Да, потому что штука эта очень важная. Так, значит, соответственно, вот этого человека мы запихнем сюда. Так, вот это мы можем тогда улучшить. Здесь мы можем построить тогда тюрель вот здесь просто. И, соответственно, двух человек загнать. Одного сюда. А, и все, что ли? Так, надо еще запросить подкрепление тогда. Так, тогда мы пока запрашиваем подкрепление, будем улучшать вот эти пушки. Так, здесь у нас и так все хорошо. Соответственно, здесь мы можем вот эту штуку улучшить. И улучшим. Экстрактор мы отдавать не можем. Так. А энергия у нас все-таки на это подвешивается, да? Блинство. Так, понятно. Нет, все-таки в зависимости от того, где я размещаю... Да, понятно. Ладно, ждем пока людей тогда в таком случае. Пока ждем, будем улучшать. Так не получится, как я хотел. Я думал, можно один экстрактор напихать и отсюда поставить, но сюда, но так делать нельзя. То есть здесь энергии ноль. Надо на поле вот этого тогда делать. Но это ладно. Это я тогда сейчас займусь. Для начала мы разберемся с основными волнами и с основными подкреплениями. Мне прежде всего нужны подкрепления. Здоровяк теперь у нас есть противник.
Так, здесь у нас максимум, здесь у нас максимум, здесь у нас еще пока не максимум, ладно. Делаем тогда максимум, сейчас люди прилетят, и мы, соответственно, сможем их сразу туда запихнуть. Урон, секунду, 3. Такой он жирный. Здесь, кстати говоря, еще один инструктор есть, оказывается. Я что-то даже не заметил этого. Не мудрено. А нужен мне еще один экстрактор? Это мне еще одного человека туда надо запихнуть и прочее. Я думаю, что он мне не нужен на самом деле. Я думаю, что я с одним экстрактором справлюсь вполне. О, за них 4 дают, прикольно. Отлично, так, прилетели мои ребятки с подкрепленницем. Так, подкрепленница тогда запихиваем сюда сразу. И сразу лети за подкреплением еще. О, господи, что такое? Какого черта? Ой, безопасная локация. Так, значит, вот эту штуку надо поставить максимально близко. И начать сразу улучшать. Ой-о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 й. Поставить-то я поставлю, а что я с ней делать-то буду? Людей-то нет. Дерьмо. Дерьмо. Так, ладно, пока живем все равно. Тогда мне эта штука не очень сильно нужна. Пока мы ее уберем, а то сейчас ее разобьют вот эти ребятки. Так, ну и сделаем побыстрее, наверное. В принципе, здесь и так понятно, что происходит. Так, и скоро еще вот отсюда пойдут, ребята. Значит, вот эти две штуки надо тоже улучшить. Они защищают нам экстрактор, поэтому они должны быть максимально классными. А можно эту штуку куда-нибудь переместить немножко? Например, вот как-нибудь вот так. Так, я тогда, наверное, могу вот эту штуку переместить немножко. Так, вот эту штуку я могу переместить как-нибудь вот таким вот, наверное, образом. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой, это я прям зря сделал так. Так, тогда я могу переместить вот эту штуку сюда тоже поближе. Типа того. Так, реинфорсмент. Так, к нам пришел реинфорсмент. Реинфорсмент — это хорошо. С помощью этого реинфорсмента мы сейчас запихнем пушку вот сюда. И еще одну пушку вот сюда. Блин, главное, чтобы меня там экстрактор мой не поломали. Но, по идее, не должны. Так, две пушки запихнем, значит, сюда. Сколько у меня там людей? У меня там один человек пришел всего. Так, мы заправляем еще тогда. А вот этого улучшаем. Так, нормально. Так, значит, вот эту штуку я могу тогда тоже немножко переместить. Но незначительно. Ладно, вот так примерно я перемещу. Эти штуки у нас остаются. Это у нас есть, есть, есть. Так, это можно починить пока. Так, хорошо. Эти у нас пушки все улучшены до максимума. Это у нас пушки улучшены до максимума. Эту штуку надо починить. Так, все, починили. И эта штука у нас, соответственно... Ну, можно ее тоже, в принципе, улучшить. Единственное, что она пока все равно работать не будет. Но улучшить ее можно уже. Так... Эту ерунду надо чинить, конечно. А я прям могу чинить пушку, которую прям коцают в данный момент. Прикольно. А вот базу не могу чинить. А где-то тут был щит на базе. Блин, я мог его активировать и забыл. Слушайте, фейл на фейле и фейлом погоняет. Игра не так проста. И просто я еще, конечно, не так умен, но игра не так проста. Значит, ладно. Ну, сегодня мы, наверное, закончим, потому что уже полчаса прошло. И тогда завтра продолжим играть в Марс. Посмотрим, что у нас еще делают разработчики. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.